Так, Максик, не забывай держать левой рукой. Буднель. Так, готовы? Еще раз. Вот. Хорошо. 50 минут работаем. До без 10. Борьба. Еще раз, чтобы было интересно. Нет, нет, нормально. Вот как вы встали, нормально. Потому что борьба, значит так. Бросил, выиграл, противник уходит. Готовы? Отжим. Борьба, да, вот судья до броска. Бросок удержания. Что стоит? Ну скажи, мате. Мате. Все, броска бросил. Удержание сделал, молодец. Все, ты остаешься, да, выходишь. Там судят, а ты выходишь. Стоп. Покажи левую руку. Возьми здесь. Вот здесь, поле. Правой рукой, одной рукой правой рукой. Да, ты уже командуешь. Партнеры 10 секунд. Базари. Базари. Мате, стали. Все. Поменялся Катерин. Базари, базари, да, одно базари должно. И меняешься. Бросок. Бросок. И ты выходишь. Больше двигайся, да, не давай ему пояс, больше двигайся. Оценка. Да, оценка, Базари. Мате, Мате. Да, оценка, Базари. Базари, все, да, поменяли. Артур ушел. А ты что не выходишь? Я проиграл. А, проиграл, да? Оценка, икон, поменялись. Марш в стойку. Левой. Левой держать. Левый отворот. Нет. Стоп, Мате, Мате. Так как они для меня тебя, тебе не выгодно. Я вокруг тебе, наверное, стоит. Надо держать вот здесь, чтобы его рука была с ней. Видишь? Если сверху, если твоя сверху рука, то вот и нагрузить эту руку. Если снизу, то ты должен вот сюда ее убрать. Вот, вот здесь можно захватить. Вот здесь, вот здесь. Второй. Вот ты взял, вот здесь, да, вот здесь, дай сюда. И бери вот этой рукой здесь. Все, это тоже прорезь. Только вот кончик вот этого. И рука эта должна быть согнута. Это прямая, это согнута, чтобы вот так стоять. Если твоя рука прямая, ты опять проиграешь. Еще раз, вот здесь, или здесь, вот это плечо ты должен, чтобы он немножко вернулся, держи. А эта рука согнута. Если не можешь согнуть, значит, тебя отпускаешь, просто крутишь и убираешь. Артур, ты можешь держать, можешь не держать, ты ей захватки берешь. Просто чтобы ты себя этой рукой помогал при падении или еще что-то. Okay.
скажи, Мате, ты же видишь, там тренер идет. Стоп, Мате. Попробуй другой рукой держать сейчас. Аджиме. Сгибаешься очень сильно. Стоп, стоп, стоп. Посмотри, там же упал пояс. Останови. Смотри. Берешь снизу, пояс сгибаешь. А ты попробуй взять выше и больше. Раз, раз, да? Раз, немножко. Раз, чтобы не берешься. Голову выше. Подними Максу голову вверх. Разверни, вот, есть, оценка, есть. Почему молчишь? Да, базарь надо, базарь. Давай. Мне тоже одна рука, да? Да-да-да, скинь тоже. Красавь. Вот, посмотри, держишь. Ногу ставишь на себя. То есть, блин, сюда надо. Молодец, какая. Я думал, что упадешь. Вот ты, есть оценка. Вот у него рука, он этой рукой берет заклад. Возьмите и не дайте этой рукой. Захватите руку и держите здесь. Так. Андрюха, покажи правую руку, левую руку. Вот это. Вот. Правую руку не держит заклад. Только левую руку. Группу убирай. Кто сейчас болевой сделает? В партере можно двумя руками защищаться. Можешь пояс не держать. Просто ты брал захват. Вот. Молодец. Говори, базари, Мате. Стоп, Макс, Мате. Поправьте, пожалуйста, Макс. Да. Чуть-чуть сюда. Видишь там угол? Мат, который стоит и вешает. Чуть-чуть угол зашел. Но не так сильно. Тот открывает. Вот так. Да? Мате, ты встаешь. Кто берешь другую рукой? Ну, меняешь руки, да, чтобы болевой, болевой. Зайди сбоку, Андрюха, держи. Держи, держи руку. Держи. Головой держи руку ближе ее. Головой, а потом головой держи руку. Вот так, молодец. Оценка есть? Упал он на бок, нет? Упал или нет? Даниил, слушай, да. Вот так как ты приходишь и громко разговариваешь, и здесь не стесняйся, потому что тебя ругать не будет. Просто ты молчишь, непонятно, есть бросок, нет броска. Хорошо? Пожалуйста, погромче. Вот, правильно, Миша, хорошо. Да. Снизу рука должна быть. Вот, Макс, стоп. Макс. Да, он ниже тебя. Есть, в центре. Ну, слышишь? Ну, скажи. Покажи. Громче. Назад. О, молодец. Ты как кричишь? Цепу! А тут, Мишка, остается. Вот ты берешь захват, раз, подсвечиваешь, а потом сюда, молодец. Вот отсюда иди. Сдрав, оп, показал. Я хватит? Нет.
Нет, нет, Андрюша, нет. Рука с ним. А, Макс, подожди. Смотря. Ну, да. Смотри, ты проводишь две схватки,
Если ты проиграл, ты уходишь. Если ты две выиграл, уходишь, они между собой будут, что говорят. Вокруг него три круга пробеги, и все, он умрет. Ты кровь попила? Что ты все время, стоп! Вот это, стоп, не двигайся! Вот это что за стойка у тебя? Объясни мне. Стоишь, руки в левой стойке, а ноги в правой стойке. Эй, все время вот так все, вот все время, раз, вот. А то взял сюда. Вот смотри, прижал запор. Вот я тоже влево, а потом беру вот так стану. Как так можно? Если бы пускал все в это. Нельзя менять, а ты берешь эту ногу, да, чтобы травму зарезать и упал. Ты упал. Молодец, красавчик. Да, да. А Валерий красавчик, чей пояс, да? А, это он не считается. Шина! Ну-ка, ну-ка, кто? Видишь? Валерий, а еще раз. Как я тебе сюда? Иди сюда. Если он взял здесь, то он бросок. Взял здесь, то он взял бросок. Он не должен здесь взять. Поэтому еще раз, вот эта рука, бери за руку, только есть. Есть вот твоя рука. Пусть вот здесь берет. Ты можешь тут же а ты ее здесь держишь, он тебя ее сюда. Или так стоишь, чтобы ты раз отсюда, и все. Если близко захват, ты идет просто. Дальше. Вот отсюда. Вот твои ручки. Вот. Оп. Видишь, оп. 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 А ты? Берешь, вот ты баник, подходишь и к нему вот это. Конечно, тебе бросаешь. Что, ушел? Мате, Мате, Миша отдыхает, молодец, Шандер. Артур, одной рукой. Оценка. Вперед. Ой. Мат. За ковром не боритесь. Так, стоп, стоп. Значит, тебе разрешаю брать нарушение, но ты имеешь право упасть. Не знаю, хоть ты задний, он упал, тоже стоять. Потому что если ты упал на стих, это тебе первый стих. Раньше падаешь, чему ты первый стих? Это травмопад. Не старайся за счет силы работать. Аккуратненько старайся.